детка. Я лежу и туплю в телефон. Не звонит и не пишет никто. Но ты снова зовешь погулять. Сори, сегодня опять я для тебя занят. Я помогу маме, дай любое задание. Я для тебя занят. Я для тебя занят. Переверну камень во дворе с пацанами. Но для тебя занят. Крошка прилипалка, так усердно просит палку. Говорит, что мне можно везде, да, будто я с мигалкой. Ты мне набираешь, бэби, и я сразу занят. Список дел в пяти листах, зову его лазанья. Заяц через месяц, у меня саммит в Казани. Про оргазм одно касание, и вам встреча в Дагестане. Извини, малыш, я занят важными делами. Важными делами, очень важными делами. Сегодня я пересобираю все диваны. Изучу тарифы Ситибанка голым сидя в ванной. Я лежу и туплю в телефон. Не звонит и не пишет никто. Но ты снова зовешь погулять. Сори, сегодня опять я для тебя занят. Я помогу маме, дай любое задание. Я для тебя занят. Я для тебя занят. Переверну камень во дворе с пацанами. Но для тебя занят. Бэби, где твои манеры? Ты тупая, как Кузя из универа. Пуляю с Узи в неверных. Это все напоминает мне плохой сериал на первом. Или серию интернов, где Лобанов снова терпит. Папа-папа-папа-подруга, просто забудь мои цифры. Ведь папа учил меня грубо никогда не отказывать пиксам. Ну, так-то совет нормальный. Я для тебя занят. Я помогу маме. Дай любое задание. Я для тебя занят. Я для тебя занят. Переверну камень во дворе с пацанами. Но для тебя занят. Слушай, а что делаешь-то? Да нихуя не делаю. А что?